Связанные с этим не так важны, в общем, но важно, что мы начали здесь. Как вам Царицына как новая площадка? Я пока не понял, потому что я вот только от ворот до сцены добираюсь. К сожалению, не было возможности погулять, но надеюсь, все классно. Ну, добираться хотя бы удобнее? Да, естественно, ближе, да.
Можно не ехать до концерта. Интересно. Стало по-другому. Как идут дела после выхода Юникорна? Неплохо. Да, ну уже все наскучило, мы уже пишем новые песни. Что будет? Ну, сложно обещать, что будет, потому что мы, как обычно, до последнего не знаем, что получится. Но, тем не менее, даже сегодня мы представим один трек свежий. Вот, он пока еще не в той, ну, не в окончательной форме, но мы решили, что это будет, наверное, забавно. Что это за вещь? Она называется My Love Is Like. Старая, новая? О, новая, да. Новая, да. Эту песню в основном поет Виктория. Соло для Виктории. Вытянутые руки, это, конечно, воздействует благотворно. Вот, но слушаю я огромное количество музыки джазовой, ну, просто очень разной. Современный джаз, который сегодня, например, представлен, я сходил бы на площадку «Аристократ» уже. Какие-то любимые имена, пластинки? Ну, сложно говорить, это у меня нет такой лестницы четко. Есть просто из детства, как бы, да, то, на чем ты рос, там, не знаю, там, Оскар Питерсон, например, теплые чувства вызывают у меня. А есть вот наши собратья, старшие, я бы сказал, которые, ну, как бы, играют современный джаз, довольно сложный местами. Меня это впечатляет. Джаз сейчас это музыка или это какое-то вот, скорее, музыкальное мышление? Это стиль или музыкальное мышление? Я думаю... В вашей музыке есть джаз? Какая-то доля, наверное, осталась, потому что, ну, невозможно, это не, ну, как бы, не искоренить в себе, потому что все равно тяга есть какая-то. Кто знает, может, мы сделаем программу с биг-бендом. Да. Ну, то есть это все мне интересно. Я немножко скучаю, как бы, в одной находиться в струе. Хочется попробовать и так, и это. Поэтому... Yeah.